Всем привет, это канал Криптовалюта для чайника, и сегодня я вам расскажу, как создать и разбить пару криптовалют, как создать LP и разбить. А много все равно спрашивают, много новичков, многие не знают, у многих с этим проблема. А сегодня я расскажу, как это сделать, чтобы не было у вас с этим больше вопросов. А вкратце, по традиции, топ-3 проекта, на которых сейчас мы зарабатываем, это Biswap. Цена будет расти, уверен. Можно также стейкать другие криптовалюты известные, так как сайт надежен. В принципе, я рекомендую это делать. Можно с Binance переводить и просто, чтобы деньги у вас не лежали, а еще они и работали. Второй проект. POSI. Цена стабильна, он мне нравится. 1000% годовых. Все есть в описании. И третий проект это AeroSwap. Он менее надежен, будьте внимательны. Но цена стабильна и процент по фармингу очень большой. Он огромен. 6700%. Это 225% за неделю. Рекомендую, когда сделаете X2, выводить, потому что это менее надежная фармилка. Но аудиты прошли, два плана. Итак, приступаем на примере AeroSwap, я вам это покажу. Во всех фармилках нажимаете, вот когда вы хотите на определенную пару фармить, нажимаете детали, Get Eros USDT, Pancake LP. Не нужно, чтобы были Eros и USDT в одинаковых пропорциях. Чтобы сделать USDT, я сразу, у меня есть Eros на балансе, USDT сейчас я сделаю. Выбираем, чтобы были в одинаковых пропорциях в долларах, а не в количестве, потому что каждая криптовалюта разная. Смотрим еще USDT, это Tether, это не то. Вот Tether. Мне нужно его... Сколько мне нужно? Так, где-то долларов 15. Ну, у меня сколько нету. В BNB пусть будет 10. 10 баксов закинем. Так. Есть. Нажимаем обмен. Все, обмен произошел. А теперь у нас есть USDT, есть Eros. Теперь, чтобы сделать, нажимаем Get Eros USDT пару. Нажимаем. Нажимаем на то, чего у нас меньше. Потому что если нажмете чего больше, то у вас же второй криптовалюты не будет хватать. И, соответственно, пара не будет делаться. Вот нажимаем вот так вот. У нас USDT меньше, а здесь еще с запасом. Нажимаем продолжить, подтвердить. Все, у вас есть пара, она в ближайшее время добавится на ваш криптокошелек. Будет в конце. И когда у вас уже есть на кошельке, вот у меня пара появилась. Когда уже она есть, вы нажимаете, ну, я хочу добавить сюда еще, потому что процент большой. Нажимаете плюсик, максимум и стейкать. Все, у вас пойдет стейкинг этой пары. Чтобы ее разбить, вот смотрите, перешли вы, сюда же тоже заходите. Нажимаете так же самое, Get Eros USDT. Если вам ее нужно разбить, вы нажимаете, вот стрелочка есть назад, нажимаем. Дальше что происходит? Автоматически идет поиск и ищет наши пары. Все, вот нашло нам нашу пару. Все, нажимаете. Нажимаете кнопку Remove и у вас разбивается назад эта вся пара. Минимальная комиссия здесь, в принципе. Если же не подтягивают вот эту пару, то добавят ликвидность и вручную добавляете ваши монеты. Все, вот так вот это все делается. Если я вам помог, обязательно лайк, подписка на канал. Переходите в телеграм-канал и чат, там все появляется раньше, чем на видео.
так что и раньше сможете заработать. Также подписывайтесь на YouTube канал, пишите комментарии, что для вас было интересно, неинтересно, полезно, не полезно, то есть ваши размышления по криптовалютам. Озвучивайте. В описании есть все ссылки на вот эти три проекта. Смотрите, выбирайте. Еще кроме них там много чего интересного. Всем спасибо, всем прибыли.